20 подписчиков на Boosty, и я открою свой Discord. Yo, hello. Do you speak Russian? No. No? Why not? Because I am Kazakh. Махат сумасшедший. Hello, guys. Do you speak Russian? Yes or no? Ага. Ни хао. Ни хао, ма. Чинг чао. Ди на. Конничива. Кончива. Кончива. Хо-хо. А ты смешной. Я знаю. Че, я зря на актерском учусь. Походу, зря. Hello. Здорово. Do you speak English? Бля. Одно, успокойся, English. English. Okay, is it cool to cancel, я поджался. Sprechen Sie Deutsch? Ни хао. Конечно, нихуя себе, брат. Ну, ёпта, ну. Соберись, братила, ну ты чё, брат? Чё, психи, что ли? Чего делать? Оранжевый, синий, зачем вы прыгнули? А у меня рядом Кент есть, Понял. Это казах тебе можно. Да, мы любим вначале умирать. Нормально! Первый пошел, второй пошел. Это жизнь. Не важно, как ты ударишь, важно, как ты держишь удар. Не важно, кто ты, нахуй. Важно то, что ты, нахуй. Не важно, кто ты, нахуй. Кто там топает в соседнем здании? Понял. Да попади уже, господи, я один тут. Да ну в раму летит, блядь. Ну, давай чуть правее, я вот чуть правее стал. Пойдешь? О, хорош. С прыжка пришлось. Ну ничего, справился же, молодец. Давай, удачи тебе. Давай, пока. О, Инг, приветики. Давно не виделись. Ну, здорово. Я смотрю, на тебе по-прежнему классные шмотки. Конечно, я же по-прежнему их покупаю на все майки. Вы только взгляните, какие классные шмотки к лету я себе прикупил. Тут съемка видео запрещена. Заказал себе вот такую панамку с надписью Keep Calm and... Футболку в стиле Portal. Excellent. И яркие шорты с котейками. Что? А теперь самое интересное. Да, теперь у них есть футболки со светящимися принтами. Качество, как обычно, очень хорошее. Из приятного хлопка, шорты из полиэстера. Все отлично сидит. Каталог на сайте активно пополняется, и вы можете найти для себя что-то крутое на любую тематику. Или сделать свой собственный принт, использовав конструктор. Или просто заказать любую вещь без принта. Переходите по ссылке в описании или просто сканируйте QR-код, чтобы попасть на все майки. И используйте мой промокод на скидку 10%. Роботсон. Здорово, пацан. Куда прыгнем? Да, мужики, чё говорю? Куда прыгнем? Алло, куда прыгнем? Чё, у вас связи нету, что ли? Чё молчите? Алло, есть кто? Алло. Не слышно. Алло, меня слышно? Меня слышно, нет? Алло. Проверка связи. Чё, серф залагал? Алло, алло. Чё шутите? Я уже по настройкам начал лазить. Суету навели мне тут. Приветствую, господа. Добрый день, здравствуйте. Прекрасно, связь есть уже, хорошо. Куда прыгаем? А у остальных двоих есть связь? Я не знаю, куда прыгать. О, хорошо вообще. А последний как? Если четвертый заговорит, я вообще выйду туда сразу. Может, на фьёб какой-нибудь. Эй, четвертый, слышишь? Speak Russian? No? Yes? Понятно, типа своя игра. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Ну, сейчас первый откиснет, по классике. First Blood. Double kill. Killing spree. Блять, уже на какой-то Need for Speed этот payback похож. Вот важное. Что мне прям был собак сюда. А
в итоге кто остался жив? Самый адекватный член экипажа. Чувак без микрофона, который прыгнул в салон. Сейчас первый откиснет, по классике. Только давай, у меня одна вещь. Короче, ты должен быть за меня. Если вдруг что-то третий и первый будут говорить, ты будешь на моей стороне. Все, позар ноль. Хорошо? Позар ноль, договорились. Все. Короче, падаешь, бери оружие и убивай их. Кого их? Они вернутся повторно. А что, так можно было? Получается так. Надо попробовать. Добей, добей. Главная задача — добить. Добейте, добейте, добейте. Иду поднимать. Вот тут вот, прямо вот за возле забора. Ну чё ты добиваешь? Полудурок! Добейте, добейте, добейте. Все, возродитесь. Оранжево, я с тобой, как договаривались. Вам еще в ГУЛАГе выжить надо. Это не проблема. Что мы сделаем? Мы им скажем, возродитесь. Что, так работает? Конечно. Понял. Все, договорились. Нашел транспорт. О, отлично, я как раз аптеки нашел. Это мы просто отличная команда. Да, я тоже так считаю. Куда, шеф? К девочкам. Сейчас думаю. К девочку неплохо. Я уже выехал. 5 minutes later. Ах ты. Хорошая попытка. Нормально. А где твой клан? У меня? Да я второй левел не набил. Я типа старый удалил, потому что там мне в Дискорде сказали, что Дискорд Падга, короче. Сказали то, что название с политикой связано. Да? А да. Что за название? Типа Russian Killer. Russian Killer. И чё? Да вот такой же вопрос. Из-за слова Russian, наверное. Чё-то ты давно не играл, Инг. Ну так-то да, кстати. Чё, ты давно на YouTube заходил? Не помню. Года два, наверное, мне там уже не было, ничего не постил. У тебя сколько там подписчиков было? 200-300 тысяч? Чё-то типа того. Да не, даже меньше, по-моему. Не, раньше забавные видосы ну... были. Не, вообще раньше лучше было, согласен. Угу. Сейчас скатился. Да, было время. А примкнуть в клан не хочешь? К Russian Killer'ом? Не, спасибо. Не-не-не-не, клан черных медведей. Почему черные? Не, его за белых бы я бы сыграл. Расист! Расист! Что-то желтый у тебя ник. Че, у меня ник? У меня ник, да. А у тебя ник? Да, у него ник. Ребята, компенсатор нужен? Нет? Нет. Нужен. Кому? У которого ник. С ником который. Ник, хорошо. А че вызываем, аирдроп или BDSM? BDSM? Ну, или как он там? BDSM, да. BDSM, M&M's, я не помню. Вот это испалился. Ну, блин, я как бы этого не скрываю. У всех бывает. Согласен. Все, вы. А чё, он плывёт, да? Да, он даже плавать умеет. Ну что, другая ему топилят? Не-не-не-не. Он плавает, плавает. А, в натуре? Ему невозможно утопить, вы чё? Поехали его спасать. Кого его-то? Меня. Ты тут руку уже забей. Ну я тебе, чё, клан чёрных медведей приглашение кинул. Хорошо, спасибо. Мне экран чёрный, на. Монитор выключился? Да не, игра заморосила, у меня мини-карта только отображается и все. Свернись, развернись, хаза. Alt F4 нажми и перезайди потом в катку. A few moments later. Все здесь. Видите, вообще какой-то улетел, когда-то хуйня. Ты свой закрыл бы лучше, дебил. Я в игру перезаходил. Это что, блядь, ёпта? Кого ебать? Хули ты, блядь, от всех ушел, ёпта. Все, хуй. Сам хуй нюхай свой вонючий, ёпта. Сам смотрит там со снайперки что-то, блядь. Запись на векторе с их шестым, блядь, долбёпная. Блядь, такой ты, сука, олень, ёпта. Нахуй, вообще сел, иди в доту играй, нахуй. Или во что ты там играл, блядь, в тетрис, нахуй. Уебок, русик, ёпта. Питрусик, блядь, хутос, блядь. Вот чё ты туда бежишь, ты уже не поднимешь никого, блядь. А всё, ёпта, стени свои.
Ты ебать, через 2 минуты у нас будет возможность вернуться в игру, чтобы отъебать тебя лично, блядь. Давай ты куда-нибудь опять замышишься, нахуй, как ты сидел, ёпта. Крысёныш, блядь. Чё ты сюда попёрся, блядь? Ты нихуя слышишь, ты, блядь. В пустом доме, сука, на измене, нахуй. В соседней хате, алё, блядь. Блядь, ебать, у тебя чердак, нахуй. Русик, это пи***ц, нахуй. Иди водки выпей, блядь. Я хуй, это разрушь, нахуй, мозги свои ещё больше, блядь. Хорош. Боже. Хорош, вообще прям меня тут порвало аж. Что это такое, блядь? Все, забился в угол, нахуй. В трясочке, блядь. Че ты так увидеть хочешь, я не понимаю. Ой, что это? Ой-ой-ой, блядь. Это же граната зона, нахуй. Ты долго еще на картах будешь ползать, придурочные? Блять, экшен в игре просто пиздец. В том углу нахуй постоял в той комнате, перешел в этом углу нахуй постоять. Охуенный драйв вообще, блять. Зато мы сейчас возродимся. Да хуй, он еще последние секунды пойдет нахуй, собьется, блять, пи***ку порылый, блять. Ты же Русик, ёпта. О, Русик! 30 секунд, Русик! 20 секунд, Русик! Пошел ты на пи***ц, ебаный. Бля, рад был тебе, друг, от души. Ребят, вы супер, вы все супер. Давно такого веселья не было, ты вообще крутой. Вы все классные, спасибо за игру.